Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Извините, что я вас засыпал видосами. Но вы чувствуете, но. Так вот, объявление. Сегодня, 21 октября, на Первом канале, после программы «Время», будет программа с моим участием. Эта программа называется «Юбилей Елены Прокловой». Я там участвую. Так что, если желаете, можете посмотреть. Ну и дело идет к Новому году. И так сказать, чтобы не опоздать, а уже начать продвигать свои хиты, я вам ставлю мощнейший хит на будущее поколение с Новым годом. Есть особый день в году, наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалов входит счастье в каждый дом. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курок попей. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.